Привет, сегодня классный день. И, в общем, этот день сегодня прям создан для того, чтобы, снять этот надоевший за зиму кунг. И, наконец-то, надеюсь, сегодня мы поставим кемпер. Обновленный, за зиму немножечко подкрашенный кемпер. Ну, парни, в данный момент сейчас я должен его немного разобрать, там лишнее убрать, чтобы легче было его вставить. Вытащу печку всякие там. В общем, все тяжелое, все, что в нем есть, я сейчас буду вытаскивать. Вот, уберу трубы лишние. Вот. Ну, в общем, начнем разбирать. Ну что, как бы произошел процесс. Значит, произошел сам процесс освобождения кемпера от всего лишнего. Вот. Вот что у нас тут было вынуто. По, собственно, электрика. Это аккумулятор. Стол вот этот вот. Я говорил, что он снимается с помощью двух всего лишь болтов. Вот. И можно использовать его, кстати, на улице, как обычный столик. Вот. На всякий случай была вынута вот эта вот выдвижная часть кровати. Она лишней точно не бывает. Вынут бак с водой на 30 литров, если не ошибаюсь. Насколько, кстати, он литров? Не знаю, насколько он литров. Ну, литров на 30, наверное, точно. 25. Вот. Как бы... Что дальше-то? Подобрал всю электрику, она вот тут сейчас вся стянута там. Вот. Вчера у меня было покрашено вот здесь вот. Что там дальше-то? В общем, с крышей все ясно. В общем, парни, ну сегодня, в общем-то, я очень надеюсь, что к вечеру я уже буду ездить на кемпере. С кемпером, короче. Вот, ну а что внутри, давайте сейчас покажу. Кстати, вот. Вот эти все временные штуки, они живут у меня второй год. Они должны быть заменены на нормальные, как бы такие дверцы. Но, вот. И когда я их в прошлый раз ставил, они очень сильно мешались. В этот раз я их поднял сразу. Вот. Вообще, на самом деле, хорошая штука, очень удобная, потому что ну, вывод там всего на свете, там, водопровода, поднял и все. Вот. Ну ладно, это все не о том разговор. Вот. Значит, это у меня вот это соскочило. Вот, ну тут что? Убрали сверху все. Вот. Вот это все убрали. Вот это все убрали. Стол убрали. Кухонный. Вот этот стол тоже убрали. Ну, короче, все убрали, все, что только можно было убрать. Вот, честно говоря, просто больше ничего не откручивается. Можно стол, конечно, вот этот еще открутить, но я думаю, что обойдемся. Вот, печку тоже снял. Всегда говорил, что она быстро снимается. Да, она действительно мгновенно снимается. Открутил, в смысле, снял защитный короб, вытащил вот эту трубу и вынул печку. Все. Сама по себе вот это вот, как ее? Сама по себе вентилятор у меня, он просто вот на такой вот штуковинке подключен. Ну что, ребята, вот так вот мы быстренько скинули кунг. Штатный. Вот. Вот он у нас стоит, ждет своей участи. Когда я освобожу место ему для гаража. Вот. Ну, сейчас жду помощи. Ребята должны, знакомые тут шиномонтажа, подойти и валом навалиться. И он тот кемпер, по идее, должен сюда встать. Ну, не по идее, он да и встанет сюда. Вот. Поэтому жду, когда они освободятся. Ой, ну, там надолго оврал, все меняют резину, колеса. Я решил просто попробовать, а бог его знает, вдруг я и хоть чуть-чуть потихонечку приближу этот момент сам, в одиночку. Ну вот что я придумал.
Собственно, я просто подкатил такую трубу. И вот я вам хочу сказать, что потихонечку я вот так уже до конца гаража его вытащил. Сейчас я покажу, как это все выглядит. В аэропорту Пулково Санкт-Петербурга болельщикам выделят отдельный временный терминал. Для этого реконструировали Пулково-2. Сегодня там пройдут испытания. Состоится репетиция встречи гостей и участников чемпионата мира. А на привокзальной площади для них будет организована буферная зона. Там любители футбола смогут провести время в ожидании своего рейса. Главный плюс для болельщиков в том, что они отделены от основного пассажиропотока. Ну, сейчас короткая реклама, после мы продолжим. Оставайтесь с нами. Новых условиях. Хёнде. Это моя мама. А это мама моей мамы. Крем «Энергия молодости» от Nivea – это бодрящий коктейль из масел и лубихинона. Он активирует выработку коллагена и эластина, разглаживает морщины и заряжает кожу энергией. Пусть ничто не выдает ваш возраст с кремом «Энергия молодости» от Nivea. Стой, нормально. Нет, это сейчас вот это сюда. А ты подвись. Так, может показаться, что вы просто наслаждаетесь моментом. Хотя на самом деле вы мчитесь вперед к своей цели. Кофе-амбассадор. Комфортное движение по вашему пути. Все. Ваши проценты по кредиту слишком растут. Еще у вас несколько кредитов, и они растают. Переоформите свой кредит. Ух, парни, как бы все самое сложное позади. Наконец-то, спустя долгую зиму, мой кемпер занял свое положенное место. Вот так. Самое сложное это было его просто поставить. Спасибо ребятам из дружеских республик. В общем, помогли, поставили. Ох, теперь надо все теперь загрузить туда внутрь. Загрузить, подключить, закрепить. И, в общем, еще множество недоделок будет устранено уже непосредственно на нем, потому что вот сейчас он вышел из мрака гаража. Я вижу, что он и требует дополнительный какой-то еще слой покраски. И, в общем-то, ну, много моментов. Но в любом случае самое крутое это то, что он уже стоит на кемпере. Ой, на пикапе. Ура! Ну что, в общем, короче, все, закончил я. Я поставил кемпер на пикап. Я закрепил все как надо. Не с первого раза, но потом закрепил. Ну, недоделки, конечно, есть и будут. Они всегда будут. И будет что доделывать. Но самое главное, что кемпер стоит. Внутри все установлено. Вот сейчас все покажу. Ну вот. Пойдемте. Конечно, тут надо еще прибраться, помыть. Много чего тут. Ой, наконец-то все здесь на месте. Вот. Такая вот высота с окна. Довольно высоко. На месте этот стол закреплен. Подсоединена панель. Панель заряжает что-то там. Музыка играет и не фонит. Как мне говорили, все будут фонить. Ничего не фонит, все играет. Отлично. Вот. Ну, сил уже нет, правда, тут сильно радоваться. Вот, поэтому надо просто заканчивать.